Добрый вечер. Приветствую всех на Wall Street Online. Как слышно, если есть микрофон и трансляция идет четко, поставьте плюсик. Так, где наш супер чат? Вот он. Так, есть, да? Отлично. Итак, у нас была достаточно насыщенная неделя по отчетам, по новостям. Особенно порадовали процентные ставки и, в принципе, их вообще изменения. Значит, сейчас надо проверить запись. Тут идет или не идет. Да, вроде идет. Значит, на этой неделе были процентные ставки по штатам Российской Федерации, и штаты немножко приподняли. У нас процентная ставка снизилась до 9 с 9,25, хотя немножко позитивнее, более так ждали до 8,7, но уже хорошо, постепенно она идет на снижение. Значит, по Британии не изменилась процентная ставка, и волатильность под фомку не такая уж и жестокая оказалась. Скорее всего, участники рынка попросту догадывались, что ее будут повышать, и были уже давно готовы к этому. Значит, на следующей неделе что нас ожидает? По штатам понедельник, вторник, 19-20 тишина. Petroleum в среду, Jobless Claim в четверг, и в пятницу Composite Flash PMI Index и Newcom Sales. Значит, по другим странам на следующей неделе будет такой список событий. Ну, в принципе, для нового контракта уже перешли объемы практически многих фьючерсных контрактов, и сентябрьские уже в полной мере торгуются. Так что не забудьте проверить подключение в терминале. Wallfix автоматом переходит на контракт сентябрь. Ну, если вы используете другие платформы для торговли, на всякий случай проверьте. Ну и позиции по июню можно закрывать. Так, кроме экономического календаря, стоит еще затронуть тему скринриев Finviz, посмотреть, что за 3 месяца вот по индексу S&P 500, какая ситуация. У нас идет неплохо. Google плюс 10, никто не удивляется, конечно. 7% Facebook вырос, Microsoft 8, так идут в ноздрю Amazon, соответственно, Walmart, ну, в общем, все свои, как говорится. Все те же у БАК 3 шестерки, 6% и 66 сотых, идет нисходящая динамика по стакам. JP Morgan 5,5, и в Fargo уже до десятки дошел. Citigroup только вот сопротивляется, ну вот финсектор немножко просел этой весной. IBM 13, вот. Так, Хомка у нуля стоит, и Шеврон тоже так минус 1,5 и 0,23. Exxon, Apple 3%, судя по всему, не удивили их нововведение в новых iOS. И так, давайте посмотрим планету. Так выглядит за 3 месяца планета. То есть Alibaba 27%, PetroChina минус 15%, просели немножко. Значит, очень жесткая ситуация бразильский фондовый рынок. Тут прям все, обратите внимание, минус 33%, минус 46%. Фактически очень много компаний очень близки к уровню банкротства. Канада тоже выглядит немножко потрепанной, а вот Англия
Нидерланды, Швейцария, даже лучше выглядит Испания. Ну, все по очереди будут испытывать стресс финансового, экономического кризиса. Вот. Ну, плюс все эти Катар, ситуация и повышение процентной ставки Федеральной резервной системы, в принципе, немножко может создать негативный резон для фондового рынка, так как заемные деньги будут теперь дороже. Ну, они, в принципе, уже все увеличивают процентную ставку, и часть инвесторов вполне может какую-то существенную долю извлечь уже из фондового рынка, зафиксировать прибыль. И коррекционный момент фактически, если не в этом контракте, то уже в декабрьском, надеемся, дождемся, потому что пора бы уже откорректироваться, серьезно выросли, и контракт за контрактом идут без остановок. Вот такие индексы S&P 500. В прошлый раз мы рассмотрели достаточно детально российский рынок, а в этот раз мы рассмотрим S&P, евро, валютные фьючерсы, золото, нефть. И на следующий Wall Street Online мы подведем итоги по рейтингу трейдеров, назовем чемпионов, талантов и хороших профессионалов фактически. Ну, будет озвучиваться первая двадцатка, и бонусы вот наша компания получит первые 3 месяца по CME и Ford Exchange. Так, я на всякий случай, чтобы мне стало спокойно, хочу проверить, идет ли запись. К сожалению, сегодня на другом ПК. Так, да, есть запись, и мы можем приступить. Так, ну, в любом случае РТС мы затронем обязательно, просто детальнее мы уже будем рассматривать зарубежку. Так. Все открыто, отлично, можем начать. Так. Для тех, кто недавно к нам присоединился, хочу озвучить такую полезнейшую новость. Есть уже на Microsoft, Apple Store и на Google Play приложение, ну, как бы к стационарной платформе для смартфонов и планшетов. Там есть, давайте я вам лучше озвучу уже, что сделано. Значит, по приложениям добавлен контроль торговых позиций и приказов. То есть вы можете пользоваться приложением и следить за своими позициями, сделками. И в случае очень экстренного изменения на рынке, закрытия, либо ну, мы будем развивать этот сектор приложения, вернее. Так, значит, Windows Store, Apple Store и Google Play — это 100% синхронизация с ПК версией. То есть вы работаете с ПК версией, у вас выставлено алерты по разным инструментам, они активны, постоянно мониторятся на серверах. И на приложении вы будете получать пуш-уведомления о том, что у вас фильтр там по дельте сработал, либо по объему. Соответственно, постепенно приближаемся к алертам на более сложные объекты торговой модели. Я думаю, что недолго времени осталось ждать, и это намного облегчит работу трейдеров. То есть то, что может следить уже платформа и сообщить вам, допустим, какая-то объемная активность прошла, которую, в принципе, раз в неделю можно заметить. Но человек может спокойно пропустить такой момент, а платформа ухо востро и как только сразу вас предупредит. Поэтому попробуйте, тестируйте. Бета-версия пока в абсолютно свободном доступе.
возможные замечания либо предложения по самому приложению абсолютно открыто рассматривается и корректируем. Так. Где там наш график? Вот он. Итак, 15 числа был оборот 810, сегодня 467, 600. Ну, в общем-то, 3 дня уже идет в полной активной торговой сессии дневной. И давайте еще раз подчеркнем, где у нас ядро прошлого контракта. Это 110 по 112 300, и вот нисходящая динамика пока еще, как видите, не остановилась, то есть даже ускорилась. Поэтому на следующей неделе, если будет флетовая неделя, то есть будет площадка как минимум 3-4 дня, то есть это будет первый признак того, что уже начинают работать покупатели. По открытому интересу, сейчас мы отключим склейку, вышли на активность уже 541 тысячу и с дельтой по дням, если посмотреть, пока вот такая дельта, очень аномальная была. 15 числа 32 тонны, сегодня 9, поменьше, но с ликвидностью 860 тонн и 467. Значит, в новом контракте львиная доля пришлась торговых сделок на 97 по 97 600. Это свежий, молодой контракт, и ядро пока еще не укрепилось так, чтобы четко его можно было на неделю зафиксировать. Но вот две массивности активные можно зафиксировать точно. 95 300, 95 650, смело фиксируйте. И ну, пока рынок очень динамично идет на шорт против такого агрессивного движение, лучше пока не заходить, пока, ну, не сформируется площадка надежная, хотя бы 3 дня должны набирать позицию, пока еще рано. Идем дальше. Сбербанк. Идентично, идут очень, ускоряются. Ликвидность прям зашкаливала 18 миллионов, то есть вы видите, с 13 марта это не то чтобы там пиковое значение, это в три раза больше, чем за квартал истории, то есть 18 миллионов. Давайте посмотрим, что там за дельта прошла. Триста девяносто четыре тысячи дельта на стороне байера, процентность дельты 2,2. Ну, для такого оборота, я думаю, что это очень огромный процент. Соответственно, на Сбере 138, 136,5. Крупные участники уже какие-то начали делать подвижки, но могут еще несколько дней покупать. То есть за один день не строится Москва. Поэтому на следующей неделе должны, в принципе, на таком же уровне, ну не 18 миллионов, но на повышенных оборотах идти. И это, в принципе, будет неплохим маячком, что может, ну, не на следующий, ну, могут, в принципе, на следующий, в зависимости от спешки. Но 138-136 точно себе зафиксируйте, и это будет неплохим уровнем. Далее 141,6 по 142,5. Еще один уровень поддержки, если на следующей неделе их будут активно защищать, можете использовать в качестве стартовых уровней. И, соответственно, за этим изменением по тренду пойдет и РТС. Сейчас мы Газпром еще оценим по активности. Идентично, 15 числа была повышенная активность, 12 миллионов оборот и дельта 1 600 000.
Тут без комментариев, просто фиксируем 113,5 по 115. Возможно, только первое. Вброс объемов не факт и не исключение, что сценарий на сброс всех этих байеров, то есть тестирование 112 еще раз повторно, даже 111 вполне реален, так как на обоих акциях прошла такая неплохая активность. Возможно, ЦБ вмешался, либо какие-то еще были установки, но сразу по двум крупным компаниям такая объемная активность. Берем на вооружение этот коридор и мониторим, как он будет себя вести на следующей неделе. Рубль. Итак, прошлый контракт у нас случился 57-56 600 ядро. И текущий контракт торгуется в разы выше, чем собственно ядро 58-930. Отключаем склейку и выделим сейчас основной уровень по объему. Основную объемную активность, которая сформировалась за эту неделю. То есть первое размещение на фьючерсных контрактах идут переносы со старого контракта на новый. Так, давайте проверим точно по объему, какие сессии у нас были активны. 2,5 и 2. Ну, были поактивнее времена, но вот у нас ядро потихонечку формируется. Можно смело взять коридор 58-640. Мы сейчас еще на споте проверим, подтвердим. По 58-900 формация нового контракта. И по активности, ну, как видите, 79 тонн у нас идет за пятницу. Зафиксируем вот эти два уровня сопротивления 59-04 по 58-960. Вполне могут себя снова проявить на сопротивлении участники крупные. А вот поддержка не помешает. Вот этот уровень здесь 2 дня подряд. Ну, не подряд, а через день. Были активные байеры. И пятница там, в принципе, закончила свое снижение. Не помешает взять этот коридорчик. Вернее, цену даже. 58-600. В качестве ориентира на предмет поддержки. Пробитие 58-600 потихонечку будет давать надежды на возможное расширение хотя бы до 58. Там же будем смотреть, так как это контрольная точка и могут не пустить. Итак, идем теперь по спот. Проверим, как там активность. Здесь нет экспирации как таковой изначально, поэтому мы можем посмотреть даже с января месяца. В общем, как себя ведет спот маркет за 2017 в сравнении, то есть по нижней гистограмме. Итак, 3 дня, 14, 15, 16, была немножко повышенная активность на спот-рынке. И, прошу заметить, очень плотненько сегодня поработали агрессоры на продажу. Тут прям невооруженным взглядом. Проверяем 3 семерки, 645 против 97 тонн. И тут у нас 430 и 371 тонна. В общем-то неплохо, но байеры очень много уровней
де-факто как бы победили, особенно вот две цены неплохие, с хорошим перевесом 15 числа. В два раза тоже 57,6 перевес, поэтому на всякий случай давайте возьмем этот коридорчик, так как активность 2 дня подряд идет, и это не может быть исключением. Тренд вполне может еще формироваться на следующей неделе, то есть пока еще модель активности мы увидели на сбере Газпроме, включая модель, ну, то есть сброс стопорей, в любом случае это займет какой-то, как минимум, на одну сессию могут создать все маневры, может занять какое-то время. И, ну, среда не раньше, скорее всего, если тренд и начнется уже новый, то не раньше среды, скорее. Там под Петролиум как раз будет неплохая предпосылка. Вот. Так что внимательно на следующей неделе, если планируете в начале контракта на долгосрочку заходить. Опять же, ориентируемся по уровням прошлого контракта в ядро и контрольные массивы, сопротивление, поддержки по прошлому контракту. Они уже не активны, эти сделки вне рынка, но ключевые уровни могут повторно на новом контракте опять прорабатывать. Так, тут у нас был какой-то вопрос или... Для этого есть режим BDASK, Дельта, открытый интерес, объем. Все это вместе комбинируется и принимается решение. Допустим, мы сейчас поменяем Дельту на объем. Ну, биржа транслирует агрессора. Нет, это спот, причем Томик, Tomorrow, завтрашняя поставка. Мы на самом деле не против, чтобы биржа транслировала такие данные. Почему бы и нет? Вы же можете их использовать. Много участников рынка может агрессоров смотреть по споту. Присоединяйтесь. Итак, по уровням тут 58 еще такая достаточно объемная активная точка. Зафиксируем. То есть даже если будут сбрасывать по стопрям, скорее всего выше 58 пускать не будут. При удачном сопротивлении, если уйдут уже под 57,5, вот у нас контрольный уровень, 57-я цена, тут и максимальный за весь как бы год с 2000, ой, с 1 января 2017 по текущий день. Ну, тут, по сути, отличился коридор непосредственно весны, то есть как раз этот квартал. Вот, и тут самая такая еще, ну, 56,3, тут очень две крупные массивности, которые тестировали раз, два, три, 4 раза. То есть коридор не слабенький, 56, 56,3, первый таргет. Ну, нужно мониторить, чтобы пробили, и потом второй на 56, 56,3. Идем дальше. Ну, теперь по детальнее евро. Итак, склеим контракт текущий и июньский контракт по паре евро-доллар. Это котировочка CME. Напомню, что те, кто, к примеру, хотел бы торговать на евро-USD и на фьючерсном контракте, вы можете торговать на бирже Форд. На всякий случай, может кто еще не интересовался такими данными. Есть фьючерсные контракты на все популярные валютные пары.
учитывая данные с CME и Forbes, комбинируют информацию, можно достаточно выигрышно работать по стратегии отклонения котировки Forbes, либо же несоответствие по агрессору. FED-тикер, на всякий случай, это непосредственно EURUSD. Там же есть и открытый интерес, что очень неплохо для участников. Итак, сейчас я фильтр тут. По ликвидности 14 число был неплохой, топовый за этот квартал объем. Оборот был 285 тысяч на сентябрь, уже подключен. И ядро отметим 11.85, 126. Фиксируем вот этим коридорчиком. И ценник пока болтается как раз в этом коридоре. В принципе, если пустят селлеров ниже 11.50, вот там дальше, если будут пробивать, покупки, наверное, стоит пока отложить до коридора вот, массива после 1.1. Вот здесь набирали достаточно крупную площадку, порядком 2 недель минимум. Это вот ближайший такой более... Он из прошлого контракта, но здесь 2 недельки старались очень сильно. Я думаю, что если у них будет цель, они снова там могут возобновить свою активность. Еще такой очень быстро сформировали уровень 11.25. На всякий случай возьмите, может пригодиться. То есть как раз это уже последний блокпост по поддержке. А котировка болтается в районе максимума недели, то есть у нас 12.47-48. Есть вполне шансы уйти выше. Давайте посмотрим по открытому интересу. Отключаем склеечку. Значит, 335 тысяч уже. Четверг было 286. И понедельник может даже еще прибавить. То есть, в принципе, последние 3 дня самое активное размещение позиций, и берем их в расчет максимально внимательно. То есть вот именно эти 3 сессии, 6700, торговая сессия, которая сформировала де-факто свежее ядро. Сейчас мы его немножко даже сместим. Вот 12.75 – это свежее ядро сентябрьского контракта. За четверг его сформировали, в пятницу тоже там участие принимало. Сопротивление 133. Теперь накладываем склейку июньского и сентябрьского контракта. И у нас идет топовая дельта 18, 17 и 15 тысяч контрактов против байеров, которые максимум смогли создать агрессора по 8 тысяч, вот 30 или 31 числа. По ликвидности 14.06 285 тысяч, самая топовая сессия. Средний объем, самый плотный активный средний объем за неделю — это вот этот участок времени. Тут каждая сессия шла с оборотом больше 210 тысяч контрактов по этой паре. Итак, сейчас подгрузим данные за сентябрьский контракт, свежие уровни. И отметим самые активные дельты. Цены, массивы. Вот у нас 117 объем, а дельта тут в четверг было 6,7. 662 в пятницу при самом крупном объеме.
И самая крупная дельта была вчера. Давайте зафиксируем вот этот коридор. Массив 126, 124, 75 в качестве сопротивления. Тут агрессоры выстроились. И пока пятница вот стесняется уйти выше этого уровня, по поддержке отмечаем коридор. Даже можно захватить 121, 120 и 25. По новому контракту. И сейчас еще добавим уровни со старого контракта юнитского. И индекс доллара посмотрим. Индекс доллара, фунт, франк, потом идет у нас CL и золото. И в конце будет уже завершением S&P. Попробуем сентябрьский контракт поработать с Wall Street Online в таком ключе. Вы сами будете выбирать, какой инструмент будет рассматриваться по категориям. Допустим, индекс. Соответственно, индекс. Из всех индексов вы просто ставите отметку, какой индекс вы хотели бы рассмотреть. И какой выберете общим голосованием, такой будет рассматриваться. Потому что все больше и больше инструментов мы добавили, и уже по 2 часа обзор идет. Это уже в пятницу вечером. Немножко много. И поэтому будет у каждого сектора по одному, максимум 2 инструмента. Так, это склейка 2 контрактов, сентябрьский и июньский. Плотная котировочка была у нас по 0.63 по 0.73. Ядро прошлого контракта смело фиксируйте, ориентирный коридор. Если будет нисходящая динамика на сентябрьском, позиционно вот первый блокпост, даже не первый, а основной, первый будет на массиве 2 недель 89 по 94 как поддержка. А это мы берем в качестве ядра. Немножко корректирую коридор. Вот у нас самые такие топовые цены. То есть плотная часть, по, если брать непосредственно по последней вот, неделе перед ростом, берем 65 по 73. Самая такая 5% фактически котировка ядра. А 54, 50 по 0.63, то есть это плотная часть вот этой недели. Вот эта часть, она неплохо по ликвидности поработали, достаточно плотненько отработали даже и красивенько ушли. Не грех его зафиксировать. 89.94 это старый контракт. И ближайший такой спекулятивный уровень, который ну, более как действительно для спекуляции, то есть не позиционный, а его формация буквально продолжалась 2 дня, ну, по крайней мере, 3 дня, даже 4 дня не пустили пока ниже этого уровня. На всякий случай обратите внимание, по сопротивлению у нас идет 12.85 по 75-ю, четко, уже третий день подряд, ну не 3 дня подряд, а непосредственно при каждом подходе к этому уровню. Тут 2 дня не пустили, и 3 дня даже защищали объемными выбросами, не пускали выше. Соответственно, пружина сжимается, и вполне огромная вероятность, ну, в принципе, это уже неоднократно замечено, что тот уровень, который более чаще атакует, тот и вероятнее, что будут расширять дальше. Так, ликвидность 14 числа, еще раз напомню, и мы двигаемся дальше. Да, забыл про открытый интерес.
Посмотрим сейчас в каком состоянии. Открывает позиции. 335. Фунт. Сначала свежий контракт посмотрим. Цена 283. Ликвидность 66 тонн. Сегодня, вчера была в районе 43. В общем, можно работать на новом контракте. Консолидация всего объема прошла непосредственно четверг-пятница. 28-28,3. Вот это свежий уровень. Он может вполне сместиться даже в понедельник, так как там еще такая не основательная площадка. Буквально 2 дня неплохо так поработали. Соответственно, изменения по point of control, можете алерт выставить в фильтрах volume limit на боковой гистограмме. Вот этой. Ставите алерт, как только будут смещать ядро контракта, вы сразу увидите уведомление и на телефон, и на экране вашего торгового терминала. Так, по фунту идем дальше. Открытый интерес также на всякий случай отметим, сколько уже 168. И теперь можно смело подгрузить склейку контрактов. Посмотреть в сравнении ликвидность какая по прошлой и текущей. Итак, топ по ликвидке был 273, но и по волатильности топ. Обратку делали на 193. В районе 200 тонн как раз можете себе ставить алерт. Является повышенным вниманием оборот за день, если проходит свыше 180-200 тысяч контрактов. Не поленитесь посмотреть, что же там было. Так, и 286 по 297. Это вот текущий плюс прошлый контракт. Ядро, ну здесь основательное ядро, там фактически 2/3 контракта простояли. Поддержка, которая уже неоднократно атаковалась, это 28-28. Ну, она уже не 28-28, а 273. Абсолютно большая разница. Прокалывали очень много раз, и пока хоть и болтается выше данного уровня, но опять же, чем чаще атакуют диапазон, тем вероятнее, что его будут расширять. Байеры пока вот по этой неделе были только 13 числа, пока этот уровень удерживают. Давайте посмотрим это на объемах. За эту недельку, да, вот у нас понедельник они создали реверсивную первую субстанцию такую. Вот этот объем 27,14. Так как оборот общий за день был не особо конкурентоспособным. 28,61. Самая такая неплохая поддержка уже самого нижнего уровня. И последующие выбросы объемов шли целенаправленно к северу. Защита, на удивление, прошла именно на вот этом массиве. В принципе, можно было еще немножко толкнуть за стопами. Вот эта защита, то есть двойная массивность и котировка у максимума недели. Неделя де-факто идет на динамики на север, буквально понедельник, но он коррекционный, скорее всего, из-за открытия новых сделок, то есть свежий контракт, поэтому такая была загрузка в три массива. А так, в принципе, 4 дня, кроме среды еще, она была гиперновостная, волатильная, поэтому здесь и волатильность вместе с... Сколько тут меняли раз направление? Первое направление, второй. Третий импульс, четвертый. 4 раза импульсы 28-48 по 27
78. Посчитайте туда-обратно. Вот, значит, здесь более четко захватим ядро недели 27.98. И если на следующей неделе будут поддерживать ценник в этом коридоре и выше, вполне есть шансы, что по дельте, видите, здесь красиво выстраивается активность байера, буквально вот в четверг с 11 часов в этой маленькой каше сбрасывали позиции, топовая 15 минутка, 5 тонн прошла. Сегодня было 2 таких, 3,7 и 3,7. Причем 9.30 и 7.15, вернее 7.30. То есть по ликвидности 2 одинаковые 15 минуточки и еще вот 2 похожие по ликвидности были, 3.2 и 3.1. Де-факто вот эта массивность самого хитрого участника рынка. Вот она. Если уходят выше, скорее всего выпустили и будут дальше продолжать начатую динамику за неделю. Если уходят ниже вот этой локации, очень настоятельно рекомендую подумать насчет восходящей динамики. Последняя надежда тогда на массивности вот вторника. Индекс доллара. Итак, склейка двух контрактов и по ликвидности у нас 13 число, 45 тысяч контрактов, достаточно конкурентно, давайте перепроверим, то мне прям не верится, что такой объем бросили, да, вот видите, какая разница, когда склейка двух контрактов и когда только данные, только сентябрьского контракта. Вот эта неделя, которая два контракта обслуживает фактически, и старые, и новые, и там при склейке могут накладываться с двух контрактов объемы, и таким образом те уровни, которые вроде кажутся как очень ликвидны, они на самом деле по 20 тысяч были. Так, ну, я вас предупредил, так что внимательно смотрите. Вообще склейку контрактов рекомендую использовать только в том случае, если вы смотрите там за год, за полгода котировку в масштабе one day и с достаточно таким позиционным взглядом. Для точных уровней объемных в районе там 15-минутного таймфрейма лучше использовать подгрузку данных чисто по свежему контракту, либо тому контракту, который вы в период которого вы смотрите рассматривать торговую сессию. Так, 96.16 выбросили первый у нас объем, вернее тут сходили за объемчиком по дельте 4.2 и ценник в районе 96.88, в принципе были уже на 97 в 9 числа и у нас формируется такая интересная волатильность сейчас. Давайте склейку сейчас подгрузим на кластер профайл и открытый интерес. Сейчас пока здесь вышли на 31 тонну, то есть 2 дня уже выше 28 тонн. Поддержка 96.61, 96.57. И ядро свежее без подгрузки старого контракта. 96.95, 97.15. Вот. Из таких еще коварных уровней 97.31 вполне могут опять остановить. Тут уже были тестирования прошлого контракта. Давайте посмотрим сравнение. Итак, дельта. Четыре два было 31, 4.2 было сегодня, 4, нет, 4, почти 4.2 было в начале прошлого контракта. Вот у нас, я отметил конкретно сессии с одинаковой дельтой, то есть дисбаланс между ликвидностью по бит и по аск, вернее по агрессору по бит и аск. Вот, топовая на покупку была 6.5 и она в принципе вот
могла дать виток первого такой остановки вот этой динамики, которая была на июньском. Ядро прошлого контракта начинается с 98.78 и до самой 99.55 можно ставить коридор. Могут откорректироваться до этого уровня, а там уже будем смотреть. Могут достаточно долго мучить 98.78. Я бы еще захватил вот 98.66. Как раз 99.56 и 66. А нижнее ядро, вот которое коридор плотно проторговали, это 96.8 по 97.3. По активной неделе сейчас мы отметим уровни. Итак, реверсивное 14 число, поддержка, хватаем уровень 96.6 смело. Тут активно прошлись, достаточно так усыпано прям агрессорами. Разворачивали массив 96.22, фиксируем, как раз тут и происходила вся тактически разворотная манипулятивная аллокация. Ядро недели у нас 96.97 по 97.13. Фиксируем это ядро недели за сентябрьский контракт, вот свежий. Далее идем нет, нам надо, пускай будут австралийские. Франк, в принципе, достаточно мало кто торгует, не популярен почему-то. Хотя технически и тактически он неплохо себя показывает. Так, у нас идет баровый по Австралии и склейка двух контрактов. 14 число, 135 тонн. Давайте сейчас посмотрим в чистую. Чистую 54 тысячи сегодня, вчера 30 и 31 тысяча по австралийскому. Формируют площадку откровенно. Вот здесь сформировали на движение к северу. И давайте сейчас мы склеим, посмотрим, как там по дельте осталось в итоге. Да, вот видите, формировали здесь целый такой прирост, тут прирост, волна как раз пришлась до 7 числа, был рост по дельте. Поэтому ну, здесь вполне могли выходить из позиций. Поэтому если коррекция с этого движения будет затягиваться, должны в принципе не пустить ниже 74.35. Ну, возьмем на вооружение, в общем. Будем посматривать за этим коридорчиком по 74.69. А вот 75.26 по 75.58. Это у нас ядро прошлого контракта на австралийском. Склейка по объему идут сейчас, ну, вот 14-го, скорее всего, вышли уже из старого, так как это склейка. На новом там только начали заходить. Контрольная точка 76,7. Первый массив сформировали как раз вот 77 по 76,69. Тут вот 77 по 76, вернее 76, да, 76,69. Это уже будет полный разворот нового контракта, то есть развернули, вышли выше максимума старого. Так, CL. Ликвидность немножко притихла в связи с Катаром, скорее всего, с этими недоразумениями, недопониманиями. Обороты последние 3 недели были неплохие. По открытому интересу смотрим на новый контракт.
сейчас грузится. Одну секунду. Сейчас данные подгрузятся. Почему звука нет? Вроде же есть звук. Так, давайте пока там большой период подгружается, мы посмотрим свеженькое за неделю на пятнашке. Итак, у нас новый контракт по активности, вот буквально 14 число, август 17, 43 тонны. И давайте немножко пониже поставим зазор по дельте, 600, ну, в районе танкера поставим. Я думаю, хватит. Звук есть, трансляция есть. Одного плюсика будет достаточно вашей помощи. Все, отлично, продолжаем. Итак, за два дня здесь в районе 45, ну, чуть-чуть не дотянули, 22 тысячи контрактов. Самая плотная часть берем по ценнику 44.88, 44.99, прям молодцы, вот аккуратненько так, как в супермаркетах, 99.99, ценник на баррель нефти, распродажа, прям. Вот, здесь по 15 числу видно, как 44.73, 71, давайте более точно выставим, вот. В течение дня в разное время по одной и той же цене бомбили в байеры. Посмотрим по дельте. Да, да, как раз в этот период был вот активный, с 10 по 12 час прям видно невооруженным взглядом. Поэтому потенциально вот ядро, вернее не ядро, а массив поддержки 44.70, если грубо брать, по 44.73 можно прощупать. Если будут защищать. Пока 44.86. И тут далее снова в бой на сопротивление вот в районе 45. Пока не пустили выше. И возьмите это как стратегически важный уровень сопротивления. Объемчик тут неплохой. Чуть выше на 24, вернее на 25. До загрузка селлеров была 14 числа. Это уже в поменьше в объем, но могут и создать проблемы и снова там. Итак, пока вот идет активно, и я думаю, что с этими уровнями будет проще работать, когда будет расширение конкретно, либо за 45-ю. Если вы планируете открывать покупки, то желательно, чтобы хотя бы к минимуму они смогли расширить за 45-ю, которая за контрольную точку максимум пятницы. До этого может быть опять повторная вот защита и пока под вопросиком. Значит, объем, вот, который на шорт ушел, 43 тонны, он в принципе и задал темп. Два дня, ну, четверг-пятница стоит на флете де-факто, как бы, и VWP 45, около 45-30, но стремительно движение идет в сторону шортов, поэтому пока VWP не выровняется и не начнет смотреть на север, тенденция вполне может сохраняться на снижение. Золотишко и S&P-шка у нас в конце. Напомню, что открыт набор в группу
Basic, кто планирует изучать объемный анализ от А и до Я сначала. И на торговой стратегии валютного рынка тоже идет набор в группу, поэтому в анонсе, в рассылке с записью Wall Street Online, там будет детальная информация. Золото. Тоже берем склейку, посмотрим, что у нас по этому кварталу получилось. Пока подгружаются данные, я напомню, что мы ведем рейтинг трейдеров, которые публично торгуют на нашей платформе через окно ордеров. Это может делать абсолютно любой, присоединиться к этому рейтингу и показывать свои хорошие результаты, профессиональные точки входа, либо наоборот просто тренироваться. Ну, качество сделок лучше, как говорится, один раз увидеть, чем я буду это раз 10 рассказывать. Вот. А тут достаточно несложно разобраться. Собственно, график инструмента вы можете выбирать РТС, рубль, евро, золото, спот, акцию и аватаркой, никнейм трейдера и, собственно, его результативность. Вы настраиваете рейтинг, за какой период вы хотите увидеть его успехи. Рекомендую ставить рейтинг, чтобы формировался по длине позиции, это более объективно. Вот, и более ну, тут есть спорные вопросы по кэшу рейтинг выставлять, либо же по длине позиции. Ну, я думаю, что важнее по кэшу, но для объективности, вот как какой трейдер лучше поработал на этой неделе, один контракт там, но у него там 10 хороших сделок, четких, профессиональных и качественных. А у того, кто заработал в кэше больше, ну там прям очень страшно смотреть, никто бы в такие позиции, может, и не зашел бы. ДС Жуков. Вот смотрите, какой неплохой бай получился у 15 число. Сопровождение, фиксация по четким. И, в принципе, можно следить за сделками, либо даже коннектиться и дублировать позиции с разрешения, естественно, этого трейдера. У нас есть система для дублирования. Также можете следить за сделками, то есть это публичные трейдеры, поэтому они особо не переживают. На самом деле, ну вот всех волнует, а если разберется кто-то в стратегии этого трейдера. И поверьте, если вы создавали стратегию, разрабатывали изначально с нуля, вы вряд ли в этом будете сомневаться, что ее вообще можно понять. Там в деталях кроется вся, собственно, и суть этих успешных сделок. Можно рассказать всю подноготную торговую стратегию, но буквально пару параметров упустить, и все, уже будет не получаться. Какие-то контрольные проверочные критерии и так далее. Так, что это у нас? Золото. Открытый интерес по склейке пока 15 число немножко активно себя вели, не аномально, но по сравнению даже вот с 14 345 тонн упали до 345 и буквально на 1000. То есть это не аномальная прибавка, но тормознули золото непосредственно на предсказуемом массиве. То есть мы отмечали этот коридор 12.58. Еще раз его отметим, но уже с участием вот этой двухдневной массивности. Итак, берем бедаск еще зафиксируем сейчас по агрессору. Итак, более точно байеры шли 47,5 и активность их продолжалась до 53. Это непосредственно где были точечные удары агрессоров на покупку. По дельте золота вчера
3,5, но это со склейкой. Сейчас я выставлю по новой, по новому контракту. И 2,6 уже сегодня. Причем флетовая сессия, и не пустили все-таки ниже поддержки, которая на 53,5. Давайте посмотрим сейчас, что там в результате по чистому контракту. Ну, в принципе, ничего не изменилось. Как видите, коридор за два дня 53-53,5. Можно смело в качестве ориентира на поддержку смотреть. Выставить себе алерт вот здесь. Как только подходит к этому уровню, сразу сработает уведомление. Потом, то есть они здесь остановили до загрузка. И в принципе, если с понедельника будет потихонечку становиться на этот коридор, могут немножко вот этот слив откорректировать. Но тут агрессивно шли, особенно вот здесь. Очень много объемов. Так, по ликвидности давайте посмотрим. 14 число 353 тонны, и там уже начали активно себе вести байеры. Видите, постепенно на минимумах дня они вот работают. Тут селлеры на максимумах останавливали динамику, вот видите, особенно вот здесь два дня последние. А здесь начинают точно так же себя вести, но по минимуму дня байеры. Вот такая же площадка, как и максимум за этот период. Ну, в общем, такие уровни. И ядро смело можно фиксировать. Коридор 65 по 71. Как зависло. Так, слышно? Раз, два, три. Продолжаем. Значит, 65 по 71. Если все-таки получится здесь остановить за два дня нисходящую динамику. В принципе, у них уже не так волатильно идет продажа. То есть, по сравнению с тем, что было на 12.78 по 98, немножко тормозят снижение. Но в любом случае пока еще опасненько. То есть, в принципе, дождаться понедельника-вторника, увидеть, как они будут атаковать 59,5, и на коррекционном моменте уже с ядра непосредственно четверга плюс пятницы пробовать силы 57 на защиту. То есть убедиться, что идут на защиту, не пускают ниже 57, тогда уже можно попробовать уровень в качестве стартовой точки на рост. Но этого два дня маловатенько. То есть по последним динамикам нефти, в принципе, если не развернут, могут дальше немножко еще сходить ниже, и там уже ждет нас 12.40. Остановка первая, тут массивы начинаются. Реверсивная модель двухблочная на покупку. И идем теперь на S&P смотреть. Итак, S&P за контракт. Так. Для начала мы зафиксируем июньские уровни, то есть объемные локации прошлого контракта, и обязательно берем коридор старого ядра, ну первого, то есть оно первое сформировалось, 56 по 40, и более молодое ядро, второе у нас формация на 23.80 по 92. Это у нас второй локейшн, там порядка 2,5 недель, да больше даже, простояли. В общем, ну, приоритетно локация 80 по 92,
но по времени формирования 40-56, вот этот коридор даже тестировали. Вот, сбрасывали и разворачивались снова на 24-00. Чуть поменьше приоритетность, но опять же принимали участие на формации чуть поменьше времени, но там неплохо по объемам зашли, и манипуляции были достаточно откровенные, грубо говоря. Неделя была нелегкая. Массивность, ну, что те, кто торгует S&P, либо нацелен, пока присматривается к инструменту S&P 500, обратите внимание на то, как закрылся S&P 500 июньского контракта. Неделя флэт, на максимум неделя флэт, но с выбросом по стопорям. Вот и видите, вот волатильность последние 2 недели. То есть, ну, это касается не только непосредственно S&P 500, все инструменты достаточно часто раскачиваются волатильностью под закрытие, ну, ближе к экспирации. То есть выходят и, естественно, сами вспомните, как вы фиксируете позицию. Открываете щепетильно, аккуратно и более точно, а выходите просто все, трейдаут. Ну, либо лимитками, там, выходите частями, но последнюю в часть вы в любом случае нажимаете по рынку закрыть позицию и не мучиться. Вот. И отчасти вот такие трейдауты могут качать туда-обратно волатильность плюс, выходят крупные, им нужно как-то собрать на выход заявочки встречные. И не самое приятное время для торговли системной, то есть не самое, вернее, благоприятное. Вот. Это сетка уровней прошлого контракта и теперь сентябрь 17. Пока без клейки, вот у нас активность по дельте на новом контракте 22 тонны, 22, 31, снова 20. Я говорю 22, потому что здесь реально по 22 тонны сформировали уровень, плюс-минус 1000 контрактов, это уже там сторонние участники вот сместили. Но по сути здесь по 20 тысяч контрактов 3 дня дельта. По ликвидности, если посмотреть со склейкой с прошлым контрактом, в сравнении уровень ликвидности, вышли в принципе на рабочий уровень, то есть уже 1,5 миллиона и так далее. В сравнении с прошлым контрактом пока активность есть. А обратим внимание на 40-й уровень. Плита уже 3-ю неделю как бы не осмелится никто расширить, хотя дельта идет победно пока за байерами. И я думаю, что если начнется движение на продажу, то 40-й уровень просто так не сдадут. Вот эти два тестирования, я думаю, что это еще не вечер. Волатильность пока еще не стихла, и в легкую могут еще раз дернуться, допустим, под петролем за отметкой 40. И уже там, в конце недели. Если же агрессивно атакуют 16-ю, 16 по 19, именно край уже объемной активности вот на новом контракте. Я в разные контракты видал, могут вот как здесь уйти в моменте за 2-3 дня, дойти до вот этой точки и потом снова вернуться на этот уровень, на 40-й. Последний уже такой прощальный маневр устроить в легкую. На S&P это они уже отрепетировали. Посмотрите на истории за этот год. Вот такие сбросы, как бы отсечки на акциях, отсечки, а здесь сбросы по стопорям. Это уже нормальное явление и даже можно использовать в качестве торговой стратегии. У них есть статистика, нумерация и структурность. Так, и 15 минут таймфрейм и закрываем сегодняшний Wall Street Online. Значит, по ликвидности, ну, естественно, открытие Америки 160 тонн, сентябрьский контракт 150 в рамках нормы 130 на этой неделе. Плотное ядро у нас
стартует 24-20,5 по 24,5. Второй уровень важный, очень, очень важный. То есть здесь как бы два ядра, де-факто. Это касаемо вот максимума 24-34-25 и по 24-37,5. Тут у нас вторник, среда, неплохо поработали, и пятница с четвергом там постеснялись даже пробовать 3-4 толкать на расширение. То есть, ну вот максимум недели 43-25, даже не пошли выше среды, то есть вот массивность среды. То есть де-факто из 5 дней 4 дня участвовал на 36-й, и здесь у нас понедельник, четверг и пятница, здесь 3 дня. Хотя плотность по ликвидности, вот обратите внимание, какая плита здесь, и по плотности какая плита здесь. То есть тут я бы взял как первый уровень, ну я более плотную часть взял, но смело до 26-й можете брать с 20-й по 26-й, вот эти 6 баксов как основную часть. Давайте зафиксирую. Итак, если учитывать пролет вот в пятницу, который прошел, сейчас мы еще дельту зафиксируем. Вот, среда ровно, равномерно, без каких-то проблем идет на шорт. То есть вот эта массивность сформирована активной атакой селлеров. И три дня из пяти де-факто побеждают байеры, то есть 3 против 2. Крайне важный, можно прям ставить алерт, это расширение за 24.18. То есть уходит ниже, с покупками точно стоит отложить, то есть скорее всего будет вот эта динамика продолжаться, которая с среды началась под волатильность. И в случае, если это все опять же обманный маневр, но я, даже если будет затяжной коррекционный момент на шорт тренд в этом, этим летом, да, сентябрьский контракт, то я думаю, что так просто они 40-ую не сдадут. Тем более так уровень не, ну, так не прощаются с уровнем максимальным. Обычно они на хорошей волатильности такую шпильку создают, что там мало кто останется в рынке с такой волатильностью и с такой быстрой реакцией и ликвидностью. То есть резкий маневр в таком примерно ключе, я имею в виду. С учетом того, что процентную ставку подняли, вполне могут потихонечку, ну не сильно аномально снижаться, но ожидается, по крайней мере, такая активность. Тем более они закрыли так хорошо июньский контракт на максимуме. Как бы не грех откорректироваться, с учетом того, что еще финансисты тоже люди, они едут отдыхать, идут в отпуск, лето проводят менее активно в торговле, и уже осенью возвращаются 1 сентября, как дети в школу. Спасибо, что пришли, с вами был Михаил Лемах, Wall Street Online. Всего наилучшего, хороших выходных. Запись будет на канале YouTube, на сайте Wallfix и в рассылке подписчиков. Жду всех в следующую пятницу. Будем награждать победителей, героев. Героев должны знать. Еще раз хорошего вечера. До следующего обзора.